2 сентября, 8:30, а еще никого на работе нету. Странно, но это означает, что сегодня какой-то праздник. Мне кто-то говорил, но я не помню, календарь мой не показывает ничего. Сейчас завтракаю, гимнастику сделал. Вот что показать хочу. Интересно, солнце уже намного ниже стоит утром. Раньше у меня здесь просвечивало все время. Сейчас уже тень. Вон она скрывается за крышей. Сейчас вот делаю, кушаю свой завтрак, доедаю. Вот такой вот завтрак у меня. Большинство овес, вода, плюс всякие сухофрукты, ягоды, орешки. И цвет такой вот, это из-за куркума добавляю. Один день куркума, а другой день цимт. Дома есть еще другие приправы, там в Германии, а здесь я вот только две такие приправки еще, и все. Ну не знаю, если сегодня праздник, тогда значит не работаем сегодня. Там надо в интернете опять искать всякие запчасти, где дешевле купить. Вот этот геморрой. Вчера искал много. И там сначала берешь, ну, в коробку ложишь там одну цену, потом ищешь дальше, смотришь, о, там дешевле еще. Потому что много же продавцов везде. Я на многих платформах смотрю, на Amazon, на eBay. На eBay проблема, что как-то они говорят, канадцы, что они не заказывают по eBay, потому что доставка что-то там как-то геморройная. На Amazon удобно, то, что у меня вот Prime сейчас. Можно заказывать, в течение 2 дней доставляется, но это, мне кажется, то, что в Канаде находится, быстро доставляется с Амазоном. Почему eBay так не работает? Или другие тоже платформы, они очень долго ждут потом. Есть еще вот сейчас уже, я уже давно знаю про страницу тему, и которая страница тоже я использовал в Германии, Wish, где дешево заказываешь все эти китайские продукты, товары. Там тоже, не знаю как на тему, сколько там длится, но там тоже уже, я посмотрел, доставка примерно 1 неделю, 2 недели может быть длится. Не так, как на Amazon. Ну, то, что, наверное, все далеко, наверное. Может быть, не в Канаде, может быть, в Америке где-то, может быть, еще в Китае вообще. И Wish компании, страница, я уже пользовался давно, знаю ее. А тему там завлекают. Если сейчас зарегистрируешься, там будут подарки для тебя. Первая бесплатная доставка. Я вот вчера лазил, искал. Там дается какое-то время на тему, чтобы подарки. И вот у меня были 3 подарка. Я их выбрал, пока и другие. Там надо еще на $50 набрать, чтобы эти подарки были. Я начал набирать на $50. Пока набрал на $50, там это какие-то другие товары. Уже эти время истекло, и подарки пропали. Такой геморрой, я это не знал. Там написано, время было что-то 13 часов, что-то такое. Ну, в общем, там, может, 14 или 15 часов было. Я думаю, о, времени много. Потом это... Что-то искал, потом бросил искать, занялся другими делами, потом пошел опять в интернет искать дальше. И потом какое-то время, смотрю, пропали подарки. Как пропали? Время-то еще не истекло. Короче, попробую сегодня еще раз, если получится. Если нет, тогда оставлю с этой страницей. Доброе утро. 3 сентября, почти 9 часов. Встал, позавтракал, сделал гимнастику. Сейчас пойду к механику сразу. Надо срочно позвонить в Германию. У сестры старшая дочь. 18 лет сегодня. Надо ее поздравить. Потом заняться своими делами. Вчера в обед я написал механику. Напросился в гости. Там у него провел достаточно приятное время. И долго. Я где-то уже в 9:30 вечера вернулся домой. И все. Сейчас. Вчера, можно сказать, ничего не делал. Если так сказать. Отдыхал. Сейчас пойду кое-какие дела в интернете сделать надо, и потом в магазин. Ну, короче, потом все расскажу. Как быстро бежит время. Я с механиком общался, наверное, до часу. Здесь я торчал, тут все. Потом поехал в магазин, загрузил видео. Купил, вот, как говорится, по скидке йогурт с вишней такой вот. За 2.24. Потом кефир, я такой еще ни разу не видел. Тоже по скидке за 1.78. Попробую уже попозже.
оливки, потому что мои что-то пропали, долго стояли, я забыл про них. Семечки вот эти вот по скидке. Нормально 33 доллара цена у них, а тут вот сегодня скидка была 2,28, я сразу 3 упаковки взял. Они довольно вкусные. Кушаю не каждый день, но изредка. Заплатил за все 12,83 с налогами. И потом съездил еще к моему человеку. Тут Ford дилер. Когда-то я у него купил, у этого там несколько братьев работают на Ford дилере. Им принадлежит этот Ford. И когда-то я у них купил, у одного из брата я купил Thunderbird тогда. Ну, в 15 году вроде. И с тех пор я держу с ним контакт. Если мне какие-то надо помощь там по Фордам, какая-то там помощь, я все время ему пишу или с ним встречаюсь. Ну, раз в год я с ним встречаюсь, обсуждаю все. Он что-то про меня узнает, я что-то про него немножко узнаю. Ну, они верующие люди. Я так немножко про Библию что-то рассказываю, он сразу начинает вспоминать, там что-то говорит, да, такое есть. Или говорит, нет, такого не встречал, не слышал, не читал. Потому что я говорю, я читаю разные Библии. Я читаю на русском, на немецком. И сейчас завел немножко английскую, но там тяжело, потому что это немножко по-другому написано, не совсем все понимаю. Ну, вот так вот. Сейчас прикушу быстро йогурт, я тут схожу. Механик сейчас будет закрываться уже 4 часа. В 5 часов он закрывается, поэтому с ним сейчас немножко там поболтаю. Потом еще поеду в магазин. И механик мне еще привез сегодня свои домашние тут вот помидоры. Я уже пару штук съел. Огурцы вот. Ну, будем к огурцу кушать потихоньку. 8 часов вечера. На улице довольно тепло еще, но я иду сейчас немножко одеться, потому что комары кусают. А другие вещи, которые я заказал, обещают, что к концу сентября, где-то 18 сентября придут. А в это время я уже планировал с этого места уходить. Погнать свою технику к родственникам, уже там парковать ее на зиму. Ну, если придет, я могу на мотоцикле быстро приехать, забрать это все. 4 сентября, уже почти 9 часов. Покушал, позавтракал. Вчера я ничего не делал с машиной. Большинство ездил, что-то узнавал, интернет смотрел. Сейчас утром здесь городская косилка проехала. Здесь прокосила довольно глубоко. Мне хорошо, конечно, поменьше машкары. Она уже летает, здесь кусается. Я хотел его спросить, кто здесь последний раз косил? Цепанул мою лодку. А он, no English, елки-палки. Мексиканцы работают. Живут здесь и no English. Ну, так, я так думаю, им легче. Если какие проблемы, no English. Первый час уже. Я тут приготовил себе салат домашний с оливками, оливковое масло, помидоры домашние, огурцы домашние. Сейчас мой обед настаивается. Пока я салат покушаю с чесночком. Все, салатик съел. Теперь возьмемся за спагетти азиатские. Также добавил сюда капусту, огурцы квашеные, оливка, приправа моя, оливковое масло с чесночком. Все, всем приятного аппетита! Я механика спросил, говорю, можешь заварить? Он говорит, тут тонкий металл, будет металл туда-сюда водить, тяжело варить, потому что будет прожигать. Говорит, лучше зашпаклюй. Ну, что-то не хочу шпаклевать, но если шлифовать, нет, это варить никто не хочет, придется зашпаклевать. Этот мой материал, видно, поработал. Сейчас пройдусь щеткой, смахну лишнее и пройдусь еще раз. Подожду сутки, потому что тут, видать, он не совсем. Он должен лечь прям таким вот черным слоем и защищать, когда он всю ржавчину съест. Поэтому еще пройду сейчас слой. А здесь довольно черненькое уже хорошо проработало. Можно сказать, весь день бездельничал опять. Единственное, что постирал майку, шапку, носки. Сейчас сохнет. И потом сейчас как раз пью чай. И потом буду крышу немножко опять делать. 5 сентября, 9 часов. Все работают. Там соседняя компания, где это, сварку делают. Они, видать, пескоструют уже второй день. Шум такой. Я сейчас сверлю дырку, здесь одну просверлил, но это я сначала думал снизу будет давить, что-то не получается, но получился немножко. Теперь сверху сейчас просверлю еще одну дырочку, чтобы выбить вот эту вот вмятину. Я уже немножко ее выдавил, но что-то больше не получается, поэтому сейчас прямую сделаю дырку вот таким вот сверлом сейчас. И потом на другой стороне также там надо будет потом выдавливать.
Первый раз такую работу делаю. Буду получать опыт. Так, уже почти 5 час. День прошел. Я повыдавливал кое-как, более-менее. Ну и также сбоку немножко вон прицепило. Здесь я тоже выдавливал, и местами вот тут более такая мятина была, тоже не совсем получилось. Ну, как говорится, я новичок. Не судите строго. Также здесь я это выдавил. Вроде как ровно смотришь-смотришь. Сбоку вроде тоже нормально. Лак потрескался. Посмотрим, главное, чтобы не ржавело. Ну, посмотрим. Главное, уже ровно. Я доволен здесь. Можно на будущее, может, в следующем году зашлифовать и покрасить заново. Потому что многие места, где надо будет подкрашивать. Сейчас вожусь здесь с колесом. Воткнул вторую. Как вот видно, колеса старые, трескаются 2011 года. Вот так, профиль хороший, но так как я на ней не ездил, поэтому не стареют и трескаются. Но я их бэушными уже тогда взял. Менять не собираюсь, механик говорит, купи новый. Я говорю, в этом году никуда не еду. В следующем году тоже никуда не еду, потому что занимаюсь машиной. И только через, может быть, в 26-м году планирую только ехать. И так куплю новую резину. А пока вот тут одна дырка, и вот второй сейчас запихнул такой вот резиновый жгут. Не знаю, посмотрим, склеим. Если будет держать, сейчас накачаю. Если будет держать, это хорошо. Если нет, мне сказали, я должен хорошо вот этой вот напильником хорошо поработать туда вперед-назад, прямо напилить, а потом запихивать вот эти вот штуки. И желательно, как мне этот один сказал, без этого клея. Посмотрим. Так, вроде колесо заклеил, посмотрим, будет спускать или нет. Я немножко больше накачал. Сейчас я примерно еще 2 недели здесь. Чинюсь потихоньку. И как раз узнаем потом, будет ли держать или нет. Сейчас немножко перекушу. Вчерашние помидоры, какой бардак здесь. Потому что все делаешь, что-то 8:30. С каждым днем все раньше темнеет. Через 2 недели, наверное, уже будет 8 часов темнеть. Дни короче. Ну, мне все равно. Раньше вставать надо. Успевать все делать. Уже четверг. Завтра еще чуть поработать. Я сейчас ничего не делал, потому что холодно. Решил не носить этот материал, который обрабатывает, ест ржавчину. Я вот это утром, как начнет теплеть, нанесу. Надо было сегодня сделать, но что-то я думал под вечер, а вечером уже холодно. Он не работает. Он работает при какой-то там температуре. Поэтому завтра хочу уже сиденье вытаскивать и снимать половик и под половиком чистить. Там тоже хочу посмотреть, какой металл, потому что я там уже видел тоже дырки. Поэтому надо посмотреть, может, придется на следующий год уже там и железо менять, варить. Варить уже точно надо, это я уже знаю, как красиво. Все, я по делам в эту будку сейчас зажег камыш. Я уже вчера пошел, зажег камыш, и комары перестали ко мне пролетать. И 10 сантиметров горели примерно час. Короче, это сейчас будет у меня где-то 1.5 часа гореть. Эффективно. Я люблю запах камыша. Мне это нравится. Сейчас пойду еще немножко интернетом попользуюсь. Посмотрю. 6 сентября, почти 9 часов. Покушал, позавтракал. Зарядку сделал. Сразу сиденье уже открутил. Сейчас буду сиденье убирать. Половик убирать, эту штуку убирать, и буду обрабатывать ржавчину, вот этот пол. Он уже, я его уже раз обрабатывал, сейчас все увидите. Все, вот так вот отгородил, чтобы сюда пыль не шла, и сейчас будем там пол делать. Покажу, как он выглядит там. Такое состояние. Вот такое вот состояние. Я уже наносил, не знаю, какой год был, до короны вроде, наносил нержавейку такую вот, чтобы обрабатывала ржавчину. Вот большинство как раз под половиком ржавело. Тут края проржавели, там чуть-чуть.
Вот здесь такое вот место мне не нравится. Довольно слабый металл. Наполовик вот такой вот простой. Как говорится, домашний. Вообще не для транспорта. Почти 5 часов. Я, можно сказать, весь день возился. Хотя я думал, за полчаса, полдня успею. Короче, здесь я вырезал. Здесь гнилое было. Тут немножко уголок. И тут вот тоже уголок, как говорится. Сейчас я тороплюсь лодку посмотреть. Тут я свечи выкрутил. Мы их замерили. У всех разные, как говорится, замеры. Поэтому он сейчас заказал свечи. Я сейчас попробую разобрать там этот бегунок. Посмотреть, правильно я его поставил или нет. Потому что почему она туда не заводилась. И попробуем завести. Я попробую завести. Механик уходит на неделю в отпуск. И поэтому, конечно, ну я буду заниматься своими делами. Тут другие механики будут, у которых я могу что-то одолжить. Заказал сразу механик мне 4 свечи на мою лодку. Такую красивую наклеечку дали. Приклею куда-нибудь на машину. $22 за 4 свечки. Недорого. Почти 6 часов я нанес этот конвертер, который должен теперь работать ржавчиной. Посмотрим. Пускай пока так сохнет. Пока еще солнышко и тепло. Надо мне искупаться. Вот. Бутылки греются с водой. Сейчас здесь искупаюсь. Потом надо поехать в магазин. Сгонял в магазины. И Суперстор я вот закупился. Эти семечки, они стоили $3, теперь $2.28. И со скидками вот этот весь товар. Короче, вместо 7.50 скидка $2.25. Здесь тоже скидка $2.25. Это 8.50 минус $2.55. Потратил $22. Я что-то эти еще ни разу не видел. Дороговато, но думал взять, возьму. Мои канадцы женщина, она пекет тоже с бананами. Такие вот маффины. Я еще ни разу не покупал такие. Решил, сейчас буду с чаем. Пока сегодня так оставлю. Я устал, сейчас чай попью. Потом пойду интернет смотреть, YouTube. Уже завтра тогда буду там спереди пыль вытирать. И потом уберу эту штуку. Также она чуть-чуть воняет, эта штука. Завтра тогда уже. 7 сентября, 10 часов. Что-то не хотел рано вставать вчера. Да по вечерам уже холодно, пока я там интернет смотрю, замерзаю, пробегаю. А потом утром машина как холодильник. Как говорится, на улице уже вроде тепло. А ветер, конечно, холодноватый, уже такой более северный ветер. Вчера чуть-чуть днем уже пригрело, уже где-то так к часу пригрело, а так было холодно. Я немножко простыл, потому что я двери обе открыл, чтобы сквозняк был, чтобы пыль улетала, когда я это ржавчину убирал. И меня продуло сегодня немножко. Уже вчера горло, наверное, начало першить немножко. Сегодня так скребет немножко. Сейчас разогрел горячий чай. Попью горячий чай. Уже второй час. Я сейчас приехал, ездил в магазины Second Hand, потом в интернете торчал. Это я утром немножко покушал, потому что я за раз штуку не съедаю. Вот мой пирог такой, омлет со шпинатом. Сейчас перекушу с оливками, с огурцами. В Second Hand я ездил, купил за 50 центов вот такая вот штука. Надевается на ремень, вот так вот, и когда он возле шеи, туда-сюда двигается, он терет на шее, а это из овчиной кожи. Прям вот видно настоящая кожа здесь. А. Интересно, я большинство у меня здесь когда-то покупал вот такая вот искусственная под вид овечьего. Потом я еще купил моему художнику ремень на пояс. Защищать это, как говорится, за $1. Не такой уж, как говорится, качеству, как мой, но довольно легкий, не очень жарко с ним. Главное, что будет греть почки. Очень много всяких холмиков. Для новичков, конечно, здесь вот этот по трассе сначала разогреться надо.
Последний раз мы брали пару холмиков. Но здесь довольно высокие. Ну, вот это вот тоже для новичков. Сейчас разогреемся, немножко пойдем туда. Здесь вот песок. Как раз надо учиться заехать в песок. Я говорю, не бойся, заезжай в песок и едь в песку. Буксовать не будет, потому что если медленно ехать, равномерно, он прям идет хорошо. Тем более с нашей резиной. Возвращаемся назад к трактору. Здесь круги можно навязывать. Но территория большая. Примерно 1,5 футбольных поля. Может быть, может 2. Смотря как ехать. Но некоторые холмики такие вот, особенно вон там. Туда бы я что-то... Заезжать точно неохота, а спускаться, наверное, тоже не пойду. Потому что там крутой спуск. Как говорится, неохота, если что случится, неохота ломать мотоцикл, потому что я здесь застрял. И теперь газ. Газ, газ, газ. Йо-хоу! 8 сентября, уже примерно 11 часов. Я не торопился вставать. Думал, надо телу отдыхать немножко. А то, как говорится, немножко простыл, продуло. Вчера еще на озере искупался немножко. Ну и никак не повлияло, я думаю, потому что коротко было это все. Сейчас завтракаю и планирую сегодня много не есть. Только сейчас чаек выпью с моим тортиком, потому что боюсь, что он пропадет. Ну хотя там много сахара, очень сладкий этот крем, поэтому я не думаю, что он пропадет. Вот такой вот вишневый пирог. Потом, может быть, еще к вечеру еще раз. Надо его сегодня съесть. И планы сегодня интернет смотреть. Поеду помою хорошо на мойке, если она работает сегодня воскресенье. Надо узнать. Помыть его хорошо, натянуть цепь. Я вообще хотел проверить заднюю подвеску. Она вот там крепляется. Спереди. Вот здесь вот крепляется, и здесь, как говорится, эти пыльники резиновые, они уже потрескались. Здесь-то смазывается, здесь нет, а вот на той стороне он потрескался. И вилка у меня гулять начала немножко так вот в сторону. Потому что там не подшипники, а там железные втулки. Как я посмотрел, других блогеров показывают свои ремонты. Вот так вот, сегодня такие вот планы, если что. Гуси летают в последнее время очень много. Шумят, кричат здесь, сейчас чуть успокоились. Тут у меня озеро, и вот они туда приземляются все время. Такие стаи иногда вот пролетают. Сходил в туалет после завтрака моего. И вот я в первый раз вижу гуси на озере днем. Они вообще-то только ночью здесь ночуют и уходят. Они боятся меня, конечно, вон, сразу уходят. Ничего, им еще немножко жить осталось, примерно месяц. Потом пойдет обстрел. Здесь, надеюсь, они успеют смотаться. Кто выживет, смотается отсюда в теплые страны потом. Вчера вернулся с покатушек на мотоцикле и чай пошел пить. Вот с таким цикорий чай полезный. Как говорится, кто хочет кофе, но не любит, не хочет использовать кофеин, желательно пить цикорий. И довольно у него свои минералы, витамины полезные, как здесь пишется. Ну и иногда пью. Пирогом я вчера пил. Я нажимаю кнопку, а он сразу как включается записывать и сразу выключается. Не проходит даже секунды. Я не обратил внимания, и получается запись не проявилась, не записал ничего. И такие глюки у него происходят часто. Надо все время смотреть, чтобы он не выключал опять заново. Я не знаю, почему он так делает. У меня сверху защитная такая вот пленка. Может, она когда
прилегает и потом отходит и выключает, может как-то, не знаю. Потому что вот этот вот кейс вокруг и сверху. Поэтому, может быть, из-за нее. Ну, короче, еще хотел сказать, вчера на покатушках я там делал фотографии, видео. На них незаметна высота. А, или глаза, когда боишься, страх. И она кажется все выше и больше. А на картинках она такое все простое. Даже не думаешь, что там страшного. Вот картинка всегда обманывает. Она не та, как ты глазами видишь. Сижу за углом в теньке. Пользуюсь интернетом. Тут буквально на днях, ну вот на этой неделе, заказал я товар на странице «Тему». И потом еще вот буквально 2 дня назад заказал на странице «Виш» товар. Где-то в общем оба обошлись мне где-то в 100 евро, где-то так вот у обоих. Посмотрим. Обещаю через 2-3 недели, что придет товар, и тогда уже сделаю обзор. Также я сейчас купил билет с Виннипега в Оттаву. Обойдется мне примерно там 50 евро в долларах, 77 долларов канадских. Я сначала долго смотрел. Конечно, лучше, дешевле будет, если так вот 3 недели и больше места вперед. Я сейчас смотрел, скажем, на 20-е, там примерно стоило 110. Потом смотришь уже там на 30-го, на 1 октября я смотрел. Стояло сначала 96, а потом я вот вчера смотрел, сегодня смотрю, потом раз, что-то показалось 77. Я думаю, о, тут надо хватать, потому что это дешево. За 50 евро пролететь, можно сказать, почти 2500, там что-то 2,5 часа лететь. Это дешево. Короче, купил билет. Улетаю 1 октября. До 1 октября постараюсь здесь дела все сделать. Я не думаю, что здесь все время торчать буду, потому что еще 3 недели. Думаю, на следующей неделе, может быть, закончу все. Не знаю, как и что. Ну, хочу последнюю неделю провести у родственников. Там машину оставлять планирую, там все. Водку, может быть, пока еще ничего не знаю. Там посмотрим, как все получится. 4-й час. Сижу и смотрю интернет. На улице вообще не охота. Наверное, градусов 30 точно жарит. Там большая стая гусей пролетела откуда-то. Отдыхать, офигеть. Там такой маленький пруд. Это сотни гусей просто. Загнал мотоцикл в тенек. И сначала поворотки. Они так дребезжат немножко. Там воздух есть. Сейчас делаю там подкладки. От моей бывшей камеры обрезаю такие вот кусочки, прилаживаю с этой стороны, делаю, как говорится, эту резинку потолще, наматываю такой вот изолентой, прилаживаю, прижимаю, и уже будет, не будет дребезжать.